Можно думать, что это происходило очень давно, и очень надеяться, что это больше не произойдет. Но мир таков, что даже недавно в разных странах можно наблюдать было явление Холокоста. Поэтому я думаю, что эта книга нужна как напоминание того, что кажется, что какие-то вещи происходят не с нами, и они с нами не могут произойти, потому что это про каких-то чужих людей, которые живут на других континентах, в Африке, в Азии, в Корее, что там какие-то другие племена. Но у нас документ европейской истории. Поэтому его стоит напечатать.